Всем привет! С вами Бартоломео. Со мной вместе Дэйчима. Что ты там забыл? Как ты вот так ты неинтересно? Я думал, ты меня не угадаешь. Тут, и что мы сегодня будем делать? Дюпать. Спокойно, после новогодней дюпы. Все же видели дюпы, которые мы выложили в Новый год. Вот я просто... думаю, нас за это очень полюбили. Да нет, но там всего лишь был дюб с Industrial Craft, и всего лишь дюб был с Ars Magica. Подумаешь, в 2 часа ночи, там в 11 часов ночи выложились дюпы, когда все админы, нормальные админы, подчеркну, нормальные админы, как отмечали, с родственниками или там с друзьями Новый год. А ненормальные админы уже в 12.01 писали на разных форумах: «Помогите починить, пожалуйста! Быстрей, быстрей!» Ладно, не будем об этом. Это была всего лишь маленькая шутка, которую мы с Дэчимой решили провести. Акция такая, новогодняя акция. Акция волшебство, прошла успешно, я считаю. Волшебство случается. Не будем затягивать об этом. Сегодня мы с Дэчимой покажем вам не совсем дюб, но умные люди, умные вот умы головы проектов разных, так назовем, могут додумать его. Для смотри, этого бага... у нас есть вот такая штучка. Да, для бага нам потребуется вот такая вот штучка, которая у меня не изучена, я ее не смогу посмотреть, как крафтится, материальный притяжатель, Таумик Тинкерер. Скорее всего, нужно в книге, да, где-то изучить ее. Ну, крафтится она, скорее всего, несложно, там, из магических каких-то шестеренок, вещей, грабель и так далее. Вот, она для чего работает, да, еще она делает вообще? А, она, по-моему, она или блоки притягивает, или мобов, которых ты настроишь. Ну, короче, мы сами не знаем, для чего она вообще нам на сервере. Не-не-не, она, по-моему, притягивает мобов. Да я шуткую уже. Просто шуткую. Включаясь через shift, она может толкать и тянуть. О, выталкивать взрослых, затягивать взрослых. А так это можно... Это можно размножать животных и потом их убивать... Типа, знаешь, смотри, ставишь зачем две вот так вот. Зачем ты всех убиваешь, убийца? Да подожди, смотри, ставишь тут их, кормишь, делаешь их любить друг друга, потом вот так вот включаешь, и все взрослые переехали сюда, а дети тут. Дети вырастают и умирают. А потом обратно вот так вот. Кстати, мешает использовать Main Factory для этого. А вот у меня только магические моды на сервере, и я не умею играть. Вот, ладно. И нам нужна ботания. Мы строим какой-то супер Гайя-Пилон ритуал. Четыре ритуал призыва. О боже, нет. Тут наши новые рецепты. Кстати, да, заходите к нам играть на сервер. У нас рецепты поменены. Большинство рецептов изменены, усложнены, улучшены. На наш взгляд, конечно. Вы, конечно, будете плакать и рыдать от них, но некоторые уже развились даже до квантовых панелей, и квантовые генераторы скоро начнут делать. Что ты делаешь? Я? Вообще их можно, надо ставить вместе, чтобы этого... Чтобы что? Чтобы показать ошибку, но я просто... Давай, вызывай Гаю, там, что надо делать, ботания смотри, и Таумик Тинкерер. Это все одинаковые эти штуки, правильно? Ну да, да, материальный притяжатель. Я дам тебе, возьми с шифтом, кликни по маяку. По маяку. Маяк. О, музычка. Ту-ту. Вау. Надеюсь, мне YouTube не заблочит эту музыку. Кстати, проверим заодно. Оп, и чё? Он погиб. Стоп. Так, ты убиваешь Гаю, а я поднимаю это, да? Боже, что происходит? Я убиваю Гаю. Ладно, я тебе помогу. Не работает, да, так? Ладно. Батчер минус ЛФА. 10. Хоба, давай. И чё, она не умирает, Дэйч? О, всё, помог. Помог сам себе, убил Гая. И после того, как Гая призывается, она в небольшом радиусе, вот в этом. Не только в этом радиусе, потому что она, когда телепортируется, еще ломает блоки. Вот тут она сломала блок еще. А, ну да. Вот он, я его не заметил. Да, и у нас, короче, блоки превратились из вот таких материальных притяжателей, которые толкают взрослых, вот в такие вот кинетические притяжатели, которые могут толкать и тянуть. По-моему, блоки просто притягивают или тянут, что-то так. Ну, короче, из одних блоков мы сделали другие путем бага с помощью Гаи. Тут, получается, у нас идет отмытие метадаты с единички на ноль. Но если вы придумаете, как это еще использовать, может быть, вы попробуете другие моды. Может быть, вы свяжете это с какими-нибудь креативными вещами, где-нибудь бабахнуть и отмыть. Вы можете написать мне это ВКонтакте, в Дискорде, если вы что-то новое придумали. Или вдруг вы знаете какие-то новые баги. Вы тоже можете написать, мы их снимем. Новогодние. Новогодние баги. Вот.
И что можно еще сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы играем на сервере borealis.su, ссылочка в описании. На данный момент мы находимся на Bloody Sky. Угу, все верно. Но когда вы придете, скорее всего, это уже будет все исправлено. Да нет, ты что, пусть все играют и так багают. Это же бесполезный баг. Ну, вообще баг бесполезный, я не спорю, но мало ли. Ну, из одних вещей делать другие. Ну, без да. крафта. Без крафта. А если есть пол раскрафта, еще и раскрафчивать и обратно крафтить. Хватит, опять сейчас Гай будет призывать. Вот смотрите, я же знаю. Не буду. Вот, все, вот на зло тебе не буду. О, вон, смотри, в чат как раз пишут, до КВП дошли. Красавчик, на самом деле, неплохо. Так. Все, всем... Всем пока-пока, с вами был Дэйчим и Бартоломео. Ставьте лайк, подписывайтесь. И ставьте колокольчик.